Так, садимся, садимся. Сегодня день рождения у Антона. Антон, пару слов. Антон, пару слов. Ура, всем привет. Вот из моментов, как говорит одна девушка, я не хочу передать привет Хабаров. Я скоро буду там. Вот и дождались. Конечно, этого человека в Японии была под вопросом. Вообще-то. Нельзя на репетиции. Светим. Появлялся дома. Ну все сошлось. Мы празднуем день рождения только здесь. Судьбай. Русская деревня. Работа вообще закончена. А ты мне сказал, блядь? Ты мне сказал? Саша. Я считаю, что это человек. Пошла. Потянулся по работе. 27 годам стал. Вот здесь где-то. Понял, что настоящим казаком. Настоящим казаком. Дай Бог тебе здоровья. Всего хорошего. Планы, чтобы дальнейшее исполнились все абсолютно. Даже больше. Чтобы что-нибудь пришло неожиданное. Упало, да? Да, упало что-нибудь неожиданное. Да у меня тоже. Не то, что вы. Будь здоров. Да. Давай. Чтобы еще раз в этой комнате. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, Антоха, с днем рождения тебя. На камеру. Можно? Да. Антон, так я повторяю. Я особо приверженный кардиналу. Вы между двумя родителями. Мы эти родили, сначала сделали, потом вынесли, да? Как, 9 месяцев это не лет, да? Ищи. Это первый срок отрывался на пробе, ничего там хорошего нет. Давай за твою маму, за твоего папу, который там, ну, путевку в жизнь так далее, да? Ты сейчас инспектор, правильно? Не 7-часовой у тебя рабочий день. Стоишь, танцуешь. Смотри, танцуешь, артист, да? Много видел, много знаешь, да? Самое главное, под наркотиками грязи нет. То есть не стыдно рюмку поднять, да? Сам служил. Правильно? Вы не удостоверили содержательное образование, направили в нужное русло, так сказать. Ну что же, в общем, за артистов. Нет, за родителей, которые делают артистов. За родителей артистов. Да ладно, кто слушает. Ты же знал, что на дне рождения. Чего ты зачерпнула так много? Давай, давай. И все должно до дна выпить. А тост. Антон, как просил за любовь. Выпивает вот. И закусывает курочкой. Легко? Тихо. Легко? Молодец. Тихо. Ну и поцелуйчик, естественно. Плюс свет. Ключ, да? Ну, пора снимать. Чего? Отсюда. Нормально. Сначала одну, а потом отсюда. Это приглашенный, это будет. Ну не бойся, одну вот так. Мне курьер. Вот они много, ты видишь сразу много. Там такого нет, не переживай. А из первых всех, конечно. Это лишь извиняюсь. Не сказали, во сколько я поперся, по-моему. Это мы тебя послали. Так. Специально. А он и поперся. А он и поперся. Посадите человека, пожалуйста. Ну что, Юра, говори. Из копчика. Вот это вот, вот попало, ну повезло парню. Ну беру полный ковшик. Закусить нечем, поэтому. Глубоко вдохните, удалите. Это для Юрика. Я желаю, чтобы вот такие кофики у тебя были почаще. Понял? Ну, за нас, мужик. Признайся, ты подглядел, ты подглядел. Запал, да? И вообще. Классно запал. А закусывать
самым неипьющим он из духовщик, ну что такое? А знаешь, что молодец прекрасно? Я тебя просто люблю, я тебя Айстеру. Айстеру. Акирене, Акирене, да? Акирене, да? Акирене, да? О, ничего себе. Это такого, зачем вам девочка, берешь мальчик? Да. Это подарок от нас. Вообще, почему я? Мы твои подруги такие. Такие? Какие? Закадычные. Закадычные. Сеструхи. Сеструхи, да, у нас братаны, мы сестры. Да. Сеструхи. Сеструхи. Правда, одевай. Опа-па! Ой, подожди, раскидочку можно поближе, покажите, пожалуйста. О, вот это я. А это ты с Лехой. Это ты с Лехой. Вот с младшим братом. А Леха вот, да. Давай распишем. Что сегодня будет со мной стать? Ты сказал, что Леха Маша родила сегодня. Причёску. Да? Что там? Обычно Лёха. Вот. Пьёшь откуда и чем закусываешь? Скажи, читай. Давай, теперь. Да там по-русскому три, поцелуй. Быстрее. Пьём из тазика и закуси дурка лимона и занюхай головой Мимика. Вот так. Голова и Мимика. А тазик где возьмём? Так, тазик, ребят, вот я здесь. Не, вот там есть, есть. Где, Андрей Петрович? Вот там головой. Только лимон-то в этом доме есть, нет? Нет, только голова именинника. Хорошо, ладно. Двойная доза, пожалуйста. Нет, нет, хорошо, хоть там финиками не запустили. Свита, тут сказать. Домой. Родители посмотрят, из чего ты тут уже пьешь. Чем занюхиваешь? Лёша! Никому ничего не надо объяснять. Да, велика нет. Понял? Саша, что даже не давай автобран. А то у меня пякерс не железные. Ну, успокойся. Антон, это шутка? Успокойся. Я же не к себе пристаю. Как любимому мужчине. А хотела бы, да, ради бога, хотела бы, да? А хотелось бы, да, немножко? Ну-ка, посмотри сюда. Вот, смотри, сколько много. Нормально, нормально. Давай, не бойся. Да, что такое? Вообще, где крановая? Нет, я вызывали? Я ответственный за эту бутылку. Сколько тебе? Базарь. Королев не видишь. А не хватит? Нет. Борисочку пониже. Тебе не хватит. Ну давай она попала. Базарь. Все, ребята, все. Саша, вставай. Александр Иванович. Подожди, дай нем да. Хотя бы. Давай. Значит, у него попало. Значит, у него попало. Из рук соседа надо выпить. Из рук соседа. И там что там? И закусить. Заесть мясным салатом. И спеть от души громко и весело. Подари мне лунный свет. Подари мне салат. Из рук соседа наливай. Мыло не пришло. Извини, почекулянт. Давай, Саша, ну написано. Из рук, не из рук, но просто... Оксана, бокал. Ты возьми бокал. Руки возьми бокал. Руки возьми бокал. Да, встань. Ну, давай. И, Саш, давай. Подари мне лопатки. Записывай. Что мы из дела не будем? Юрика, зашли, снимай Юрку. Понятно, смотри. Она сейчас километра полтора. А запись уже идет. Так.
Зеленая пошла. Нет, ну не ставьте на ступени. Где наш? И морды. Дай, дай аппаратуру. Антона, я узнаю, папа в Африке. Он носит чужие синие мой. А на баку давно тихо волосату. Хороший он ведь парень должен свой. Сам понимаешь, что от работы тоже иногда получают удовольствие, особенно люди нашей профессии, да? Естественно. На здоровье, в коленях, в паху, в мышцах, в ахиллах, в суставах. В голове. Голова это не главное. А у него кость, он же кость. В общем, опорно две недели был в порядке, и все остальное тоже. И пьем еще. Ура! Да,
говори с ним рядом, чтобы хотя бы в кадр попасть. Терпеть музыку не могу с детства. Особенно сексуальную. Конечно. А грязные танцы будут потом? Будут. И чистые грязные. Самые грязные. В чистых новых трусах. Я люблю очень грязные танцы. Грязные танцы в чистых новых трусах. У нас Сашка Детерина уже практика есть по поводу танцев. Да, вот. Колени болят после этого. Антон будет танцевать та-да, та-д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 а
так, это чешу. Выпить. Еще алкоголь. Это что такое? Это вот выпить. Так, громко зачитывай. А что первое-то? Что пьет? Из чего пьет? Из поварешки. Из поварешки. Закусить луком. Луком, тихо-тихо. Луком и троекратно поцеловать. И троекратно поцеловать. Просто лук. Ну кого такой вкус? Будет три лука русских. Лучок. Все-таки я пойду. Все-таки я пойду один. Есть такая жвачка, которая последний время дают. Да, Ребята, пока. А вы куда пошли? Да, пошли, с кого-то уже вышли? Оксанка, у нас... Снимать слова. Только последние ряды были места. Нет, Москва пока. Да, закусывай. А кто снимает? Свет, блин. Ты лука целоваться будешь? Извини. Гена, так заказано. Там чеснок лежит, дай чеснок. Даем свой чеснок. Будет на равных условиях, да? Можно тот сказать, да? Антон, только не стыки, тебе еще понадобится. Антон, мало того, что он такой вот стройный, красивый, обаятельный, привлекательный. Кому этого мало? А он к тому же классно готовит. Он вчера мы, кстати, ночью, никто, все спали, никто не знал, что он классно готовит. Ему помогал Алексей, классно. Солянка классно, Света помогала. Вообще, стол классно накрыт, это мне, да? Нет, ты не забывай, кому тут говоришь. Вообще, нет. Загораживай, все, приподняла, Лёха. Нет, Антон, молодец, он хозяйственный такой. Мало того, что я... Повторяю, все красивое, обаятельное, привлекательное. Я хочу убить за него. Он запустит. Как было сказано в бумажке. Слегка. Не пушу. Слегка. Не пушу. Лук туда не пропущу. Побольше лука. Побольше. Кто? Кто ты это? Оксана, кто ты это? Не дыши. Прекрасно. Раз, два, три, четыре. Так, это раз. Как его победили? Надо. Раз. Ольга! Одевай платье. Антон, а хорошо хоть новые платки не ел, так бы заморал. Нас назвали младшими муратями. Чебузел, Чубиген, там еще Джонсон и Джонсон, Ланфрен Ламбард. И так далее, то подумал. То. Подожди, не возможно оценить бегущего бизона, как невозможно оценить поющего кобзона. Точно. Я хочу сказать то, что он неплохой человек, неплохой чувак, и вообще он неплохой. Ну ты понял, да? Понимаешь, Варламов, иногда просыпайся у себя в комнате и говори на меня, что иногда. Я сплю рядом на твоей кровати, а не... А я как проснусь, тебя нет! Как проснусь, тебя нет! Давай. Что мы молодые, и мы еще дадим мужикам фору. Молодец. Правильно. Ошибаешься, парень. Пару лет таких фор. А старики-то обиделись, блин. Не, в его 19. Чего они не обижают? В его 19 многие были покруче. По этому поводу я хочу позорнуть. Подожди. Потом позорнешь. Нет, подожди. Подожди, а что не выделил сам? Нет, подожди. Ну что, не потеряю мысль. Все, Генка, потерял. С хлебом, с хреном и отдать честь виновнику торжества. Да, отдохни. Он уже ее отдал честь давно. Микрофон. На твою честь я не претендую. Давай, Гена, пока мы с ним не будем. Одинаково здесь туда поставить. Леха, мы тебя не на 50%, а на 100%. Так, хлеб с хлебом.
Не морщится. А теперь, Леха, пойдем кушать, давать честь. Вазелин возьми. Ничего, как по маслу идет. А нормально, они что, живут друг другу, деньги в кружку. Не понять, кого мне. Ты так камеру крутишь, у людей, которые будут смотреть телевизор, голова закрутится. Потеряют ориентир. Серегажи. Серега, бабки еще не отменили. Будем уезжать сменщиком, когда надо сменить. Голодными в магазин не ходить. Пойдем хлеба купим. Да, пойдем. На 3000 хлеба. Однажды был такой случай. Встречаю я Алексея и Антона в магазине. И Леша такой везет корзинку, такую полную, бедная, вся вываливается там все. И Антоха подходит ко мне, такой говорит, блядь, набрал на 10 штук. А пошли за хлебом. Я просто голодный. Пошли за хлебом. Плачет, да? Ну, я смотрю, это все уничтожено в 2 дня. Не, они просто хозяйственные. Братан, нас не замечали когда-то полные корзины, да? У нас бутылка водки, блядь, и 2 бутерброда. Зато президент, пожалуйста. Президент не в голову, блядь. Далеко за горе. Президент, ты бутылку. Какую маленькую? Маленькую, да нет. Вот, пишет, Оля пошла. Мне, как всегда, что-нибудь такое. Уже никогда тянуло. Ну, извините, уже ничего нет. Ты не волнуйся. Там колесо, там колесо нормально идет. Там все приличное уже осталось. Не тянет. Да, есть. Снизу бега не надо, а ты... Прошу тишины. Прошу тишины. Ну, суп сразу реагирует. Ну, что смеешься? Давай. Давай. Внимание, Оля, говорим, а Света, нет, батарейка садится быстрее. Так, тише, где носок снимать, Света? Юка, Кипаша, Саша, Саша. Я же прочитать-то не смогу. Почему? Прочитать. Давай я прочитаю. Ты говоришь, давай я подержу. Нет, это не то. Юка из кастрюли, Света, кастрюли. Право рукой почесать. Почесать. Чего? Не дома чесать, ты не прочитал. А почему лево? Потому что оно ближе к сердцу. Левая соседа ухо. При этом закусывая вилкой. При этом закусывая вилкой. Это вообще шарить, размечтали. Закусывая вилкой, это у тебя железо переваривается. Да, тут я не понимаю. Закусываешь, берешь бутерброд. Ну, правой рукой почесать левое ухо соседа. При этом закусывая вилкой. Левой. Потому что не вилкой, а Петрович. Оля, кастрюля. Береги ухо. Кастрюля, уши закрыл. Да, правой рукой левое ухо. Правой рукой левое ухо соседа. Значит, Петрович за левое ухо. Я лучше прикрыл. Только не крюкай. Я, говорит, уже уши прикрыл. А тон не был. А Оля, тон зашил. А ты что, я понял, да, почему Лёха? Тише ухо. Тише ухо, говори, что он, Толя. Макаронай, что Лёха? Оля, закажи. Антон, делаем пожелание. Меня 40 минут не будет. А почему 40? Ну, так... У него такой тариф, вот они. Он имеет культура, потому что 18 не вынимает при хорошем питании. За 40 минут? 20 минут помыться, Юха, а как ты хотел? 10 минут моют вдвоем. В 10 часов вас уже здесь потом не было, да? 10 минут раздеваю. Я нет, там мытье не рассчитывал. 10 минут, потом с препаратуром раздеваю. 8 минут готовлюсь. И 4 минуты. Подожди, они раздеваются через минуэт. Знаете, 18 веки такой танец. Ну давайте за это выпьем, за что Оля выпила. Кролик Роджер. У кого налика есть, нет? За поцелуй, что ли? А что, наливаешь? У кого осталось еще? Я наливаю. Я же вам говорил, давайте кто пойдет, решайте. Антон, налик? Нет. Давай. Света, смотри, ты надо за рукой. Ты пить будешь сегодня или нет?
Ты отказывайся, фон голодающий по Волжье. Вот давай так далее. Она не отказывается. Предлагаю пойти сам в утрин. Кому тебе? Я закинули, а вот старый трезвый. Вот на тебя мы. А тут она трезвый. Поверни камеру в ту сторону. Саша на велосипед. Саша. А что говорят? На железного коня. Я не только поверил. Я не за рулем. Нельзя. Там отрезы. Там отрезы. Ты светофору да видишь. Я свою, блядь, пальку выпил уже, знаешь сколько? Ну а сейчас. Ну а сейчас. Ну сейчас, толпой в машину, да, пацана. Так, ну ладно, потом. Потом, да? Вы уже что-то будете сказать? Когда потом? Ну раз он перед ним, ну потел, потел, но близь ему не повредил. Ну сейчас так нельзя, уже, во-первых, и нету. Нет, да, это без этого. Не, подожди. Опить нечего без этого. Просто, а что ты будешь говорить тогда? Ну, она тебя лично скажет. Ты от Леонида Ильича. А ты-то нечего. Как закипело. Что закипело, ты скажешь. Шура, говори, у меня есть. Давай, я что-то поделюсь. Я же говорю, да, давай, зажим кое-что поделюсь. Не дай ничего. Я вон лично, Леонид Ильича. Саш, давай тебе... Саш, не мешай, не мешай. Оксан, не мешай. Не мешай, ну. Моня! Моня, я в тебя, да? Несколько раз надо. Так, ребята, самое главное, хочу пожелать этому. Осторожно, Петрович. А почему ему? Да, блядь, не манит сюда, но! Вы будете молчать или нет? Быстро спать! Саша, говори. Так, на самом деле, хочу пожелать здоровья, когда будет здоровье, тогда будет счастье, удача. Тогда можно и кого-то это, там и все. Так. А подробнее можно? Оплатите детки. Вы сразу насчет этого, девоньки, не надо. Девушки и Гена только насчет этого говорят. Нет. А теперь молчок. И помогайте всем. Саша, Саша. Выпьем за Антона, Антона дорогого. Ты еще не видел красавца такого. Ты, Антошка, пей до дна, мы нальем еще вина. Ты, Антоха, пей до дна, мы нальем еще вина. Выпьем за Антона, Антона дорогого. Ты еще не видел красавца такого. Ты давай! Так, ладно, ребята, теперь можете меня отправлять. Ты на лосике. Попробуй, Саня, давайте сбросим здесь. Пойдем. Саня, пошел по кругу. А сколько скидывается? Я думаю, по 1500 нормально будет. Давай так сбросим, так, чтобы завтра сработает. Антон, я уже вот этот раз пихаю, никто не бросит. Давайте сбросимся так, чтобы завтра с нас Сашка по 100 баксов снял. Да. О, тому, кто сказал, потом остался. Не 6 билетов, а кто еще не поедет? Это вот Моша, 7 билетов. Саш, с ними домой, да? Я за 8 разом штуку набрал. Заводь, я сейчас договорюсь. Ну, хочешь домой с танцорами? А ты завтра на выезде. А у нас завтра по сутки поедет. Я за 13. А я договорюсь, поскольку отбрасывается. Все набухиваются. Побольше ладони. 14. Договорились? На 16 я набрал еще 2 такие. А я рыги там буду, блядь. А ты будешь рыги там? Тебе неудобно, как 30% отсоединил. Неимущим. Нам 5%, это мое мнение 95%. Это рэкет с метапостокина. Нифига, что так круто-то. А как ты хотел? А, это японский рэкет. А ты хочешь так, на дрянь автобус? Да, да. По-любому. А вы? Ну что, собрали? Кто? Кто? Давай. Шутю. Я тут, я поднимаю. Днем рождения поздравляем, счастья, радости желаем. На столе стакан золотой, полы лупки налятой. Окей. Чего? А ну, наверное,
Надо было право забить, у нас там двое сидим, да? Да. И мы тоже двое. Не так. Давай вот это посадим. Это моя, Антон, сказал. Уже мне, да? Да. Не приглашай. Папарацци? Девочки, а я папарацци. Антон, ты куда? Я дома. Легко. Леша, вот, давай чернявую ко мне, Антон. Куда чернявую давай? Саша. Чисто я не буду делал. Сейчас давайте, да? Дозо. Ну вот, я же тебе сказал, ты чего-то видел шарик. А, все, забрали. Все. Антон, а что, ты же в куб дышать будешь, что-то я повел. Его Леха зовут. Леха, Леха, Леха. Ты же в куб дышать будешь, что-то я повел. Не, ну я, правда, ноги растут от коренного зуба. Я читал чуть-чуть. Да? А я тебя к тебе пригласил. Да? Да. Ты покажи, вот, что там наливаешь. Ты что? Хэппи-бёрдэй будет у нас или нет? Ты? Аяки? Это? Окей? Аяка. Окей? Все, что видишь, можно. Подожди, а вот а вторая карусель собрание пришла? Нет, карусель. Гена, это Аяка, это Микки. Микки. Просто Микки, да? Микки, да. Микки, а я крокодил Гена. Вот это крокодайл. Крокодайл. Нет, кто ты себе написал? Геннадий. Надо это, Геннадий. Стакан на духа. Оксанка, ну ты что говоришь? Иди пригоняй, как присядь, я тут прямо ушел. Вот красиво, Юра. Сроки не вдоль, да, сейчас пацаны на вор присядут. Девочка, что ты делаешь? Ладно, у меня будет твоя. Антоха. И непринужденно. Понял, непринужденно, да? Они стали вести светскую беседу. А вести светскую беседу, говорит, о том, о клубниках не имеешь. Макаронай? Непонятно. Непонятно? Я потом объясню, похоже. Получки. Завтра. Считаю. Нет, ну что ты завтра? А как завтра будет? Я считаю. А что завтра получится? Сюда? Да. Сюда. Когда у вас получка? Макаронай? А что? А не знаю, что такое? Что? Интересный. А, Это японское блюдо. Девочки принесли в подарок. А Шибуя сказал, что оно называется праздник. Да, где рис присутствует? Где везде присутствует рис. Везде. Вот Ольга его уже кушает, это блюдо. Ну как он? Снимает. Как нормально? Оля, нормально. Что тебе у нас все вкуснее, гораздо. Тут-то вот, да? Двадцатый праздник называется? Да. Угу. Это называется тост. Так, нет, наш барабанщик. Да, юный. Юный барабанщик. А ты говоришь вам слово, пожалуйста. С чего не видишь? Да, с чего бьешь, чем закусываешь. Это не могу. Так можно. Ну, пусть. Не, вот, Юра сам говорит. Не знаю, я подготовила. Чесноком, не морщись, с улыбочкой, пожалуйста. Антон Петрович.
Так, это он может. Нога у нас много. Да, начинаешь. Как что это появилось? Ты выглядишь намного моложе. Вот так. Андрей Петрович, ладошку себе наливайте. Это вы видите. Я хочу портрет. И закусывание потом еще на школу. С улыбкой обязательно. И не забудьте то сказать, когда двинется. Тоже не забудьте сказать. Леша, вы не мешаем. Антон, ладно, сеснецким заснем, чтобы тебе ничего не снесли, если строку по пернику, чтобы и кос слабочек по пернику, чтобы всегда ты был жив-здоров, чтобы тебя всегда взял на стреле. Ого, договорил. У тебя все образовывалось. Перемочка, пожалуйста. И ты не первый раз был здесь. Не первый раз. Не последний, не последний. Ты здесь был не последний. Если хочешь прикурить, валенки на печь. Гена хочет говорить, неси ему бумажку. Да, не я. У кого дыхательная система хорошая. Антоша сидит, он сегодня именинник, да. Володя. Так, Вася. Леха, смотри, значит, там маленькая записулечка. Подожди, Леша. Маленькая записулечка, там для вас, для каждого задания. Поэтому, когда он щелкнет, ну, повернет, лопнет, да, вы эту записулечку, если она будет на полу, поднимите, потому что у каждого своя. Внимание, надувать, надевать не надо. Внимание, по счету три надуваем и надуваем. Раз, два, три. Поехали. Давай. Света, снимай. Юрок, у тебя глаза лопнуть. Дайте мне мой фотоаппарат. Там где-то фотоаппарат. Антон, готовься, Варлама. Вот здесь, на середине. Антон, да? Будьте торопиться считать. С именинником. Слушай. С именинником. Меня с ним. Леха, легко. Понял, да? Задание берем.
его в оратор. Давай заткну. Ну что там получилось? Заданием ознакомились, Володя? Да куда крепче, что ли? Знаешь, жест Антона. Юра, давай попробуем показать жест Антона. Ага, ну пока думайте, думайте. Самые лучшие. Что такое? Ну давай, 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 давай. Юра, 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 Юра. Петрович, давай помогу тебе. Помогай, помогай, Володя, Володя. Я не выдаюсь. Антон, где твоя одежда? Сейчас, подождите. Я уже догадалась, какое задание. Леша? А, ну так и конечно. Мы так и думали. Петрович, смотри, дел как надо. Да. Раз, два, три. Давай, все снимай. Ну и задание берем. Юрка читает, Юрка то. Антон, что ты читаешь? Что Юра на задание? Меня зазвенело, пожалуйста. А Петрович, что ты делаешь? Давай, сам. Хитрый, умный, да? Откинули ты резинку? Юра, ты знаком с заданием? Да, я знаком. Отойди с камеры, выйди. Ты ее вот так вытащи, вытяни. Это восьмая. Да. Ого, желтые елки. Леха, иди, самый крепкий. Че, не можете надуть, что ли? Опять? Не получается. Во, тяни, тяни, во, растягивай. Вот. Дуй, не зажимай пальцами сильно. Вот. О, Антон Петрович, давай. Петрович. Давай, не зажимай сильно пальцами. Молодец, давай. Не рви, давай мне. Слишком долго ты делал. Что там, что там, что там? А мы настоялись, что не видно будет. Слышишь? Не видно будет. А, конечно. Антон, туда, на место смотри. Что он здесь смотрит? Ну значит, первое у нас лопнул шарик у Леши. Леша, твое задание. Рассказать анекдот. Эротический танец с Антоном. Антон, так, давайте. Мы мастер. Камеру не видно. Освещение ставьте. Свет, дайте, пожалуйста, еще. Вперед! Музыка где? Музыка. Тарелки убирайте. Thank you.
10 тысяч йен с каждого! Опоздали.
один баню. Пошла. Да, если ты не пока. Нифига, две папарацци. Аж поклонниц, отбоя нет, Леха. А ниже, 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 еще ниже. Ай! Вот это я понимаю. Банки с подъема, что завтра скажут, блядь, русские деревья про нас? Да не хватит, блядь, я на них нахуй живу. Молодежь лапки не вяжет. Не наебешь. Нас не наебешь. Правильно. Подтверди, Антон. Легко. Правильно. Что ты, Петрович? Со мной. Молодцы, ребята. Класс. Только рано вы что-то. Да, там не прошло. Есть воспитание. Так, следующий кто у нас? Василий, да? Один человек. Да, я знаю. А что? Да, ты знаешь, я где водка? Володя второй. Кино, кто послал деньги? Володя. Ну что, уже не вернулся? Ты любишь Дипиопол, Пинфлойд. Ты показывай. Битлз любишь, да? Мои жесты. Любишь показывать такие? Потом рубка его, рубка его. Правильно, правильно. Самое коронное, это его варан. А ну-ка, Антон, покажи. Есть, засекли. А еще вот так вот. Я не извозчик, а кто? Я водитель попыла. Что ты как собака лаешь, Юр?
А теперь Петрович сам. Чем нас удивить Петрович? По полю. Что ему такое выпало? Я не видел. Я там сделал роман. Я не отгибал практически. Твоя очередь, Петрович. Рассказать анекдот. Муж домой приходит, взволнован такой, взъерошенный. Жена, да иди сюда. Что такое, в чем дело? Быстрее, давай быстрее, время нет, давай раздевайся. Что такое? Давай раздевайся. Мама быстрее разделась, все. Подходи к зеркалу. Мама в зеркало, все, подошла, еще недоуменная. Делай стойку. На руках. На четыре кости. Итак, ноги в сторону. Она в сторону сдала. Да, коллеги, правая борода мне пойдет. На стульчик. Долгое время сидел, на нас смотрел. На нарах. Да, сейчас мы на тебя посмотрим. Так, ребят, на стуле уберите все как-нибудь, чтобы у вас место было, как будто... Убегайте, да. Ты здесь не сиди, его. Приехали, подумайте. А кто у вас самый тяжелый? Я сейчас буду вас знать, там в окно. Деньги терем. Так, Света тоже не это самое. Туда все, все туда. А, наоборот, туда. Да, участник. Это следующее. Взрыв ядерной бомбы. Тихо, ребят, я показываю, значит, здесь над его головой листок бумаги, на нем будет написано, значит, одно слово, только одно слово, да? А вы должны будете тихонечко, только жестами, мимикой показать, что оно означает. Только никто вслух не говорите, ясно? Не забудьте, чтобы он отгадал. В общем, я показываю листок, а вы начинаете это воспроизводить. И чтобы Антон уже по вам... А ты угадывай. Да, угадал, что что-то может. Только тихо все. Тихо все. Тихо. Бассейн. Тихо. Ассен. Правильно. Есть. Молодец. Тихо. Тихо все. Тихо. Смотри сюда. 5. Тихо. Что 10? По губам Александра. Леша, без этих самых, без подсказок. Только мимикой. Сюда, смотри. Бабки. Антон, давай. Только без этих, без слов. Витрина. Убери руки. Блядь, один человек уже показывает. Почему? Все. Все показывают, не один. Тихо. Молчком. Все. Молчком. Туда смотри, туда смотри. Корочка. А, корочка, курица. Мясо посыпь. Молодец. Должен показывать за один человек. Все показывают. Да ты, блядь, послушай меня. Страус. Антон. Плавающий страус. Антон. Страус выпил, да? Туда смотри. Сюда смотри. Молчите все. Показывай. А, озеро Соединенное. Мост. Я показал мост. Дрынк. Как они пригодились, а? Следующий. Легко, да? Да. Как меня звать? Тихо, тихо все. А я там? Тихо все. О, это я. Антон. Антон. Ваня, нет. Сюда смотри, Юрка. Сюда смотри. Антон. Антон! Самурай! Нет! Ой, короче, стэк! О! Сейчас будет интересный! Там чё? Чёрт! Самурай, как её! Большая бутылка! Интересный вариант из двух слов. Только, это, пожалуйста, сейчас, конечно, вы будете все показывать, но так, чтобы это конкретно было. Только без показывать. Смеха. Без смеха. Ну что ты сказал? Что Петрович? Барабанщик. А какой? Умный барабанщик. Я на него сразу показываю. Жестами. И пока.
Пальцем показать. Я рыбу. Шлюха. Запах. Молодец. Браво. Молодец. Молодец. Да. Так, чарочку налейте ему. Чуть было не сказал это слово. Нету чарочки? А что, Саша, так долго еще не пришел? Вот он разбился, блядь. У него сидит колесо. Все, да? Все. Это более эрудированный. Это благодаря ребятам ты такой эрудированный. Ребята так показывают. Ну что, пить нечего, что ли? Чаша. Легко, все понятно. Не, нормально, все нормально. Она все берет, полкило так плохо. Да пускай нас снимать, может. Я тебе. Сама классная. Классная музыка. Агли. Подожди, 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 стивай. Понял. Кому что, где, куда, зачем? А то где твоя, покажи быстро. Петр Петрович, есть? Моя? Сегодня я разливаю, я буду показывать. Закуска. Давайте. Так, ребята, дайте мой стаканчик. Мари, где пожалуйста. Вижу. Видишь, что? Зафиксировано. Твой стаканчик. Хватало, да? Ну, а что так мало? Я же море прогнул. Митя, Митя, Вик, Вик, Том, Антон. Мимасе, Гаванасай. Садись лучше. Куда? А ты садись, я не буду. А, ты попробуй не буду рисовать.
Так смешно, да? Да вот на кусочек хлеба. Может, и будет устроить, Аня? Скоро, мама. Кочевай немножко. Да ну, блин, кочевай. Нормально, хорошая, хорошая. Кто знает, кто что вообще? Так, Леша, послушаем. Только вот еще, ребят. Сану, что там у тебя так? Я знаю, что дома тебя ждут. Да? Есть. Я хочу выпить за твоего ребенка, за твою жену, за твое семейное счастье. Спасибо. Будь здоров. Окей. Yes. Браво. Давай, сейчас нажмите. Кроп. У кого есть сорка? Молоток. Да. Какое хорошее утро. Какой прекрасный вечер. Да. И не можешь, не можешь. И с улыбочка, Володя Ивановича. И быстро заедаем. Пробивает. Ну, Леха. Да где положили вот только? Смотри, Степан, он зря как покраснел. Не бегай на руках, я пока честно хороший. Я же не заблюдаю. И цыган, и я цыган. Леша взял так вот и много выдавил из совести. Хорошо. Не пожалел, да? Я вспомнил Антон, пей быстренько. Еще поставим. Надо запить, да, Антон? Видишь, ну нет. Я же думаю. Так, ну как? А что, девочка, не будет? Я жду, давай. День рождения, он пьет. Он пьет. Пускай он пьет, да? Вот такие вот. Ну, такие вот. Ну, где сначала? Китай, блин. Да, ну, а здесь такие. Оп, сейчас. А? Окей. Ну, не сам. Да-да. Вот такие вот шопки. Он задумался. Что ты ему, Оксана, такое интересное сказала? Что Антон задумал? Там две Аяки, там тоже Аяка, которая Юргина Аяка. Я Мазакисан, да, классно. Это наша, Такахаши. А там Юркина дочка. Я подумал. Так, ребят, можно? Можно. Есть на всем можно. У нас всех кто можно. Вот этот вот можно вот это взять? Нет. Не можно. А что ты хочешь? Можно. Ну, подожди, вот что хочу. Кушать не будет. Так, ребят, разыгрывается приз. Оля. О. Нет. Разыгрывается приз. Я жду, даже пока будет сыграть. Нет, Саша, я у меня кто-то сколько она? Ну не надо, там хватит. Пользуя случаем. Случаем больше у тебя такого не приживется. Вот такой, да. Разыгрывается, значит, вот эта вот рюмочка такая, водочки. Значит, кто, вот сейчас этого ежика мы пустим по рядам, с Юры начинаем, да? И каждый, значит, берет вот спичечку, вытаскивает и говорит, значит, качество, которое присуще Антону, на твой взгляд. Ну, на ваш, дальше, да? Качество, которое присуще Антону. Сейчас он мне на ушко шепнул, какое вот у него качество. И если кто-нибудь из вас сейчас отгадает вот это качество, то вот он, значит, пьет вот эту вот рюмочку. Ясно, да? Значит, желание мне угадать. Если желание угадать. Смотрите, нас очень много человек, а здесь немножко спичек. Поэтому только пока называем, а вы дергаете все, кто уже поспит. Чтоб меня не выдергивали, да? Да, пока ты так просто говоришь. Тебе хватило, да? Классный мужик. Классный, да?
Давай, дергай, дергай, говори. Нет, не надо, не надо дергать. Да, 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 да. Не, не выдергивай. Да еще народу много, да. По два круга пойдет. Как? Погромче говорите. Жизнерадостный. Лавелан. Спасибо, хоть не водолаз. Я думаю, стойте. Стойте? Стойте. А пока не надо. Ну еще по второму кругу. Ну что уже сейчас там все? Я не шушукаю сегодня. Нет, потом, тебе надо по второму кругу. Выше. Да, не надо. Ой, было сходить. Ну а что просто? Ты же помнишь, как было? Классный было. Повторение. Юмори. Ну голуби, где были? Ну что я могу сказать? Пользуясь случаем... Можешь уже вытаскивать спичку. Да, можно вытаскивать? Да. Ну я хочу могу сказать про Антоха. Что, он музыкальный парень. Твоя? Нет. Опять? Как будет гульбик, Паша? Вытаскивай. Да, да, да. Да вытаскивай. Зазунь назад, зазунь! А, пацана, качество сказать или что? Я скажу про качество, да. Качество, очень качество и количество. Или количество. Выражай, выражай. Помню, слушай, просто неудобно так говорить. Количество, количество. Во время идет. Добрый, дальше. Добрый, добрый, добрый. Что же ты называешь? Что, это делаешь? Да-да-да, сейчас. Ну, не выгляни. Вот это и скажи, а не насчет этого говорить. Надо одним словом выделить или нет? Да, не может, одно слово. Ты можешь двумя словами, но чтобы они было это самое. А ты три скажешь, вдруг мне не достанется. Я подумаю потом. Нет, нет, ты что, ляпай. Ой, ну что, не ляпай. Скажи красивую, ладно, красивую скажи. Нет, это не подойдет. Ну нет, ну что не скажи. Твои слова, это же надо сказать. Да, это конечно. Скажи урод и все, и пошли дальше. Ну не могу, я знаю, что, но я не могу определить пока что. Хозяйственный. Нет. Блин, что слышу? Обаятельный. Привлекательный. Дальше Гена ну, следующий. Ну а ты теперь молчи. А что, только горел? Да, мечтательный. Да, живу. Ну что? Муж горел. Спички пошли до мной. Ну оторви, да, и сам. Гена, ну говори, качественно. Антохи, что ли? Да. Это может надежный. Так, дальше. Оксана. Ошибусь, почему? Ошибусь, скажет. Я не понимаю. Ну ты скажешь, что я понимаю. Какой он? Какой? Антон. Же... Антон? Какой? Антон, какой? Ты же пьяница, ошибусь. Какой? Скажи, Шибур, какой? Скажи то, что его нужно. Наглый. Говори наглый. Я же говорю. Ну, он, в отличие от некоторых, не наглый. Нормально, хорошо. Понятно? Ну, понятно, но что ты говоришь, что я наглый, что? Понятно? Какой, Оксана? Наглость. Я вообще не наглый. Не наглый, в отличие от некоторых. Наглость не понял. В отличие от некоторых, не а наглый. А мы что, наглый, Оксана, что ли, говори, Оксана? Какой? Искренне. Перестань. Вася, какой, какой Антон? Прилагательное, качество какое? Честный. Честный. Ну, и Оля, все, 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 это Ольгин осталось, Ольгин осталось. Да? Ольгин осталось, да, все. Вася, Юра, ты уже говорил. А если ты ее надолго? Да я еще не сказал. Ольга говорит. А, Саша еще не сказал. Здравствуйте, ты говорил, Саша. Нет, ты еще. Говори, ну говори. А если она не угадает? Дай сюда. Да там спички-то вообще не все вытащили. Да, спичек-то мало было. Но все сказали по два раза. Ну, Оля еще не говорила. Ну, верный. Ну, верный. Давай дальше тогда. Ну, придумай. Еще никто не угадал? Придумаем. Подожди. Именинник, еще никто не угадал? Антон, не угадал, еще не угадал. А я как? Оля не говорит. Ну что ты задумал, еще не угадал? Тебе качество и очень хорошее. Вот тебе приз. Да, и вот тебе приз. Никто не назвал его качеством. Я вообще. Которого он назвал сам себе щедрым. Правильно. Он щедрый, да. Скромности ты не Антон, вот, это щедрый что человек. Что там? Построить с тобой, да? Ты там бедички подкатила, да? А? Ты там бедички подкатила, да? Да. Вам понравилось? Я вам чисто перевела. Да? Спасибо. Поэтому, ну, подарок. Видите, как он щедрый. Мы такие... Самый, потому что мы единственные. Мы такие пришли очень мелые.
очумело. Моя! Так, вот. А вот что ты? Нет, вот про меня даже. Ты до дна, ты до дна, Антон молодец, молодец. Кажется, моя посеребренная, народом людище поставленная. Там чарки, там выпивать. Анатолий, ты до дна, пей до дна. Анатолий, молодец, молодец. Чашка моя посеребряная, кому там люлечка поставленная. Кому чару пить, кому выпивать? Наверно, Марине, Марине выпивать. Марина, ты до дна, пей до дна. Марина, молодец, молодец. Я ему это вышел. Наверное, я не Саша, я не Саша, вы первые. Дядя Саша, берега, пей до дна. Дядя Саша, молодец, молодец. Дядя моя посеребренная, на золото блюдечке поставленная. Кому чару пить, кому выпивать. Наверное, Данюше, Данюше выпивать. Ой, да Таня, пей до дна, пей до дна. Наша Таня молодец, молодец. Чашка моя посеребренная, на золотом блюдечке поставленная. Кому чару пить, кому выпивать. Наверное, дядя Юрий, дядя Юрий. День рождения. Вы уезжаете. Нам еще не уезжаем. Очень. Это отдельный сценарий. Где вы подождите? Тех, ну за Антон-то выпей. Базаров нет, я выпью за всех. Антоха. Ну давай за тебя. Днем рождения. Ты с казаков один только тут празднуешь. Нам-то оставаться на вахте. Вот меня мама целовала. Чашка моя посеребряная, на золотом блюдечке поставленная. Там чару пить, там выпивать. Наверное, тетя Саня выпивать. Тетя Саня выпивать.
поставленная. Кому чашу пить, кому выпивать. Наверное, тетя Скали, тетя Скали выпивает. Это на пель до дна, на пель до дна. Тетя Скала молодец, молодец. Летчик на тайгою отдыху дает, словно на поляне посадит самолет. Летит бегом мир, как будто на поляну, и как будто с нами, нами запоет. А в июне тает самолет, он дремит без полета, под крылом самолета. Далеко мое море тайги, на крылом самолета о чем-то поет. Зеленое море тайги, летчик над поляной посадит самолет. Сегодня знает, когда дойдет, и когда-нибудь мы с ним вместе соберемся. И на той же поляне Yeah.
Пряжек в мире больше нет таких. Туры бобры, вертит он отменно. Ольга, твои слова. А лето весна синевы. А как он не выйдет из Анцена? Не бери дурных примеров. Я не могу сказать, что вы пишете. Спасибо. Я позорну. Я буду говорить за то, что спасибо. Не жалко мне брать пример, да? Вынь палец из духлоса и налей себе водки. Ребята, есть предложение. Послушайте немножко Антошку. За картошку. Антон, говори здесь. Да как он говорит? Тихо. Слышь, Значит, я хочу выпить. А налик, наверное, сам разобью. Я хочу выпить за приобретенных друзей. Мне друзей очень много. Я очень рад, что еще у меня такое большое количество друзей появилось. Молчи. И подруг. За скромных друзей. Очень скромных. Хочу быть. Я рад, что я вместе с вами здесь. На сегодня рождения практически никогда не было. Спасибо вам большое. Это не горит там, что я говорю. Прощай только. Нет. Ну, это и вам поклон. Я очень рад, что у меня есть. Они у меня тоже. Спасибо вам большое, всем огромное. Когда вы есть? Ни у кого нет здоровья. Ни у кого нет. Гена, вот сюда надо мать. Ген, хоть чуть-чуть? А, вот кому дальше? Хоть чуть-чуть, Ген? Чуть-чуть. А у кого есть? Никого нет. А что? Ну ты же думаешь, бутылку забыл. А ты думаешь, почему он так нашел? Саша. Саша, на деле. Я тебе говорю, пора. Двигайся туда, садись. Опа.
Я люблю книги и читать, и заветный свет храня, и волнуясь, и маня, они как люди смотрят на меня. И заветный свет храня, и волнуясь, и маня, они как люди смотрят на меня. Я любуюсь с вами по ночам, я желаю счастья окна вам. И в том, и в том, и его миление, могу и Богом не гасить о свет. Я убил дуров на руке, и его миление, могу и Богом не гасить о свет. Ты говоришь страшно, я говорю, я такой в жизни. Yeah.
Да дидя радарь, да дидя радарь. Парень весточку шлёст, прибил мне ножики, обожгло всё лицо. Приезжай, собери меня, пишет ей Варенок. Коль любишь по-прежнему, и горит огонек. Приезжай, собери меня, пишет ей Варенок. Виновник торжества. Как он себе... Конечно. Да, да. А, подожди, не знаю. И о, как же он все-таки себя сегодня чувствует? Великолепно. Отлично. Я же сказал, что я пью, мне даже не две рюмки. Я вчера две рюмки выпил. Музыка для рады. Подумаешь, они были 100-граммовые. Да. О, тут хоть на улице тут напился. Александр, 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 Александр,